Moon Morning, друзья, с вами Макс Амира, и сегодня мы поговорим о карме четвертого дома и о его главном секрете. В первую очередь, мы знаем о том, что четвертый дом отвечает за атмосферу в доме, как мы проживаем совместно. Мы знаем о том, что это дом недвижимости, это дом, который позволяет нам создавать бизнес, создавать свои кланы. Ну, все зависит от соединений в карте. И очень важным пунктом является понятие удовольствия от жизни. Не зря Луна в четвертом доме получает дигбалу, то есть она лучше себя там чувствует, а Луна – это ум, и через него мы как раз эти удовольствия получаем. Так вот, люди чаще всего там занимаются вот как раз постройкой бизнеса, вот этой атмосферой в доме, и там недвижимость, больше денег, ну, все по классике. Но не уделяют внимания понятию удовольствия. Потому что четвертый дом – это такое некое отражение Луны, скрытое. И по сути, если человек будет реализовывать все, что у него есть в четвертом доме, кроме главного понятия – это удовольствие, то удовольствие от всего этого он не получит. Потому что надо идти наоборот. Нужно сначала понять, как нам нравится, да, чтобы было внутри нашего дома атмосфера, в каких кланах нам хочется находиться, в каких нет, какую музыку мы хотим на плейлист сегодня поставить, а какую нет. Если человек слушает радио, где есть сборка разных, так скажем, хитов, которые не вы подбирали, вы уже, не скажем, что сильно, но вредите своему четвертому дому. Получается, что вот с таких мелочей, которые связаны с питанием, с желанием получить удовольствие от еды, от музыки и от фильма. Вот все это начинается в четвертом доме. Если человек не понимает, не чувствует то, что приносит ему удовольствие, у этого человека все больше и больше вокруг в жизни будут происходить вещи, которые будут не удовлетворять. А сам момент удовольствия – это будет яркой вспышкой, которая будет радовать. И обычно такие люди говорят: вот были времена, или вот мы съездили, было классно. Эх, сейчас вот работа закончится, и в отпуск, или вот я на курс пойду. То есть получается, четвертый дом здесь работает негармонично. Человек может, в принципе, каждый свой день начинать, продолжать делать что-то в течение дня с удовольствием. Поэтому уровень эволюции души зависит от удовольствия, удовлетворенности и непривязанности. Получается, когда у человека удовольствия не хватает, он привязывается к тем, которые появляются. Вуаля, все очень просто. И получается, что если человек понимает, от чего он это удовольствие получает, он направляет эту энергию внутрь себя, у него благодаря удовлетворению происходит непривязанность к этому, потому что он это прожил. И он, получается, и счастлив во время этого удовольствия, и при этом ему не хочется больше, и он удовлетворен. Поэтому это важная химическая составляющая этого дома. Если мы не будем за этим следить, то у нас многое в жизни придет, но только мы не сможем это почувствовать. Это как все равно, что видеть перед собой огромное количество еды, но не иметь желудка. Поэтому подумайте над тем, что вам приносит удовольствие, хватает ли его вам в жизни, насколько у вас работает четвертый дом. Рад с вами поделиться. С вами Макс Амира. Знание – это сила.